Более 170 нарушений ПДД за один вечер. Таковы итоги профилактического рейда «Бахус. Водитель без прав», который прошел в минувшие выходные в Нальчике. Инспекторы выявили свыше 30 водителей, управляющих автомобилей в нетрезвом состоянии. Все подробности в сюжете Османа Казакова. Развод личного состава Республиканской госавтоинспекции экипажам, задействованным в рейде, напоминают о целях и задачах. Основное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и автомобилистов без прав, а также тех, кто попытается выехать на встречную полосу. Еще раз обращаю внимание на меры личной коллективной безопасности, соблюдение законности во время несения службы и проведение профилактических мероприятий на должном уровне. Тотальная проверка автотранспорта и водителей. В рейде «Бахус. Водитель без прав» задействовано свыше 70 экипажей ДПС, из них по Нальчику 15. Без дорожно-транспортных происшествий в этот вечер не обошлось. Наезд на пешехода, автомашина скрылась. Инспектора по городу, автомашина Toyota Camry. Как сообщили автоинспекторы, жизни пешехода ничего не угрожает. От помощи медиков пострадавший отказался. Уже первые часы рейда дали результаты. Состояние опьянения установлено. Прибор показал 0,462 миллиграмм на литр. То есть при допустимом 0,160 миллиграмм на литр мы можем абсолютно утверждать, что состояние опьянения установлено. За данное административное правонарушение водителю грозит лишение права управления. Подобные нарушения выявлены еще у 38 водителей. По словам дорожных полицейских, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. 27 управляли автотранспортом без прав. Всего по республике было зафиксировано более 170 фактов несоблюдения правил дорожного движения. Осман Казаков, Адмир Саванчиев, Вести, Кабардино-Балкария.